Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха. Что такое ГТО? Хорошо или плохо? У меня секретов нет. Слушайте, детишки. Мы живем в самой сильной стране, самой лучшей вне всяких сомнений. Физкультурной поддавшись волне, на пути мы великих свершений. Быть здоровым и ловким легко, вся страна как большая команда в выполнении норм ГТО. И заспорили тут дети, кто сильнее и быстрее в беге. Каждый хочет стать спортсменом, самым сильным, самым первым. Спорт прервал у малышей папа, восклицая. Быть спортсменом хорошо, сильным и здоровым. Только нормы ГТО дать не так уж просто. Для начала нужно нам потренироваться. Мы гордимся любимой страной, в нас жива славных лет ее память. Так стремись же, пока молодой, ей наследие лично оставить. ГТО не девиз, не призыв, ГТО утверждение смелых и отличие знака отлив. Достается лишь самым умелым. Развивайся и дух закаляй, энергичным, будь быстрым, активным. Всех вокруг спортом ты заряжай, чтоб здоровой была вся Россия. Россия вперед к новым победам. Это то, что ты унаследовал. Гордость державы, навыки, сила. Верим в победу, верим в Россию. Пусть говорят, молодо, зелено. Мы нашей великой державы опоры. Я в молодежи, наши уверен. Пример подаем и дадим фору. Каждый из нас способен красиво показать молодость, скорость и грацию. А ну-ка давай выполняй нормативы. Не отступать и не сдаваться. Патриотизм — это быть всем примером. Для молодежи это так важно. Быть в своем деле номером первым. И для себя быть лучше вчерашнего. Каждый день сам себя побеждай. Пусть выносливым гибким. ГТО — это я, ГТО — это мы. ГТО — это настоящее и будущее нашей страны.